весна, такое время достаточно оживленное для молодежной науки. Наверное, многие из вас присутствующие знаете, что сейчас проходят конкурсы по всей России научных проектов среди молодежи. Мы активно участвуем. Материалы конференции становятся все интереснее и интереснее. И хотел бы сказать, что без науки нет прогресса. И очень рад, что вы вносите свой вклад в научную деятельность не только вуза, но и регионов. Я хочу представить человека, который прошел все этапы конкурса фонда содействия развитию малых форм предприятий. Это конкурсы «Умник», потом он перешел на старт, сейчас активно развивает свой бизнес. Нам следует у него поучиться, так как у нас 28 уже «Умников» выиграло. Представляю вашему это вниманию Евстигнеева Андрея Евгеньевича. Давайте поприветствуем его. Я был жюри конкурса «Умник» фонда «Ворник». И меня проекты, аграрные проекты, сразу видно, что они реальны, они коммерциализуются, они из реального сектора экономики. Но представление проекта и ваше видение проекта очень узкое. То есть вы сужаетесь вплоть до, я не знаю, там, размеров района в нашей области. Наоборот, и этим вы, скорее всего, не смогли убедить, ну, те, кто не победил, да, не смогли убедить комиссию. Скорее всего, вот в этом основная причина. Надо думать о масштабах, как минимум, России и как максимум всего мира. Вклад молодых ученых в аграрную науку, в которой принимают активное участие не только студенты нашей академии, преподаватели, их руконаучные руководители, но и большое количество людей из других учебных заведений. Это Ульяновский ГАУ, Алтайский ГАУ, Оренбургский ГАУ и остальные учебные заведения.